Доброе утро, дорогие друзья. В Тбилиси 7 часов. Нахожусь я на набережной перед кафедральным собором Сионе. 7 часов утра. Еще рано. Город только просыпается, поэтому нет почти людей и очень мало машин. Естественно, в машинах сидят-то люди. Это я просто предрекаю вопросы наших зрителей. А где люди? У нас 7 часов уже очень много людей. Но если я сейчас поеду в сторону Навклукского или же Дезертирского рынка, тогда там тоже будет очень много людей. Но здесь, вот вы видите, людей немного. Вот сейчас проезжает автобус. Посмотрим, есть ли в нем пассажиры. Там водитель. И вот сзади есть пара-тройка пассажиров. Вот храм Сионский. Всем мира, добра, благословения. Что еще можно пожелать, проходя мимо храма? Здоровья, благополучия и доброты, конечно же. Вот наш такой пылесосик городской вот так вот обрабатывает улицы. Это для тех... Ага. Видите, там и подметают улицы, вот здесь подметают улицы. Для тех, кто говорит, что город не убирается, в городе грязно. Не пачкайте, и будет чисто. Кстати говоря, вот здесь какой-то есть бар. Вот так он своими огнями зазывает. Вот эти красивые наши резные балкончики. И вот я хотел вам показать цветение деревьев. Вот уже у нас цветут деревья. И здесь скоро будет очень красиво, очень нарядно. Ну, вот мост мира, который еще вот в состоянии, когда его освещение еще включено, через какое-то время, наверное, его реле автоматически отключит. Ну вот там, смотрите, конечно же, в аварийном состоянии все эти дома. Давно их не реставрировали, вот эту часть. Вот здесь, видите, этот балкончик тоже почти обрушен. Так что это все нуждается в реставрации. Как раз я вам рассказывал в сбойке новостей о том, что мэрия предлагает новые две программы. И не знаю, как они будут осуществляться. Но, в общем, идея этих программ – реабилитация, восстановление и замещение вот этих аварийных домов. В общем, борьба с аварийными домами. Ну, часть домов, оно и есть наше наследие культурное, да, городское. Если теперь все это снести и построить здесь 60-этажные корпуса, тогда от Тбилиси ничего не останется. Тогда что Тбилиси, что Манхэттен. Нью-Йорк – город контраста. Вот люди бегают, занимаются здоровым образом жизни. ЗОЖ, ЗОЖ. Да, вот мне нравится, да, аббревиатура какая-то нечеловеческое. ЗОЖ. Что ЗОЖ? Оказывается, здоровый образ жизни. Вот парень что-то привез в церковь, что-то оставил. Ну, вот здесь, конечно же, очень красиво, дорогие друзья. Канатные дорожки. Канатка еще не работает на Рихалу. Она, по-моему, с 9 начинает, да? Не знаю, я никогда как с утра, как на хаше не бежал в сторону канатной дороги. Но вот здесь сейчас я вам еще покажу интересные моменты. Ну, вот это Карвасла, музей истории Тбилиси. Кстати, очень рекомендую сюда прийти. Сейчас здесь очень много новых экспозиций.
много чего здесь переделали. Макеты, много экспонатов достали из хранилищ. Ну вот здесь лесенка у нас в сторону Шардена. Отсюда ты попадаешь уже вот туда, прямо. Ресторан Харвасла. Вот ресторан Караван-сарай. Кстати, это новый ресторан. Я раньше его не видел. Заглянем, давайте посмотрим, что здесь. Вот этот самый ресторан Караван-сарай. Интересно будет сюда заглянуть. Ну, а отсюда ты попадаешь туда, в сторону Шардена. Но сейчас мы туда не идем. Вот такой вот красивый фонарик. Вот, вот так все это смотрится. Сейчас вот пойдем дальше. Вот здесь тоже очень красивые такие картинки. И здесь тоже вот кафешка, написано Мендиси. Вот, кошерный ресторан. Вот видите, здесь тоже вот на иврите написано. Наверное, будет хороший, потому что здесь в свое время был прекрасный ресторан. Вот здесь вот мы даже здесь снимали Тамрико Гвардетели, я помню, в свое время. А здесь бизнес-центр. Называется вот это место. Здесь какие-то компании расположены. Здесь на японском написано Zen. И вот, пожалуйста, вам. Ну, естественно, это все не настоящее. Зато смотрится красиво. Вот так вот весело смотрится. Очень даже эффектно. Вот посмотрите. Издалека. Вдруг идешь, все пока такое, только просыпающееся, и вдруг здесь вот такие вот сакуры, да, очаровательные. Ну вот, конечно же, здесь такой воздух, что вот хочется дышать, пока еще машин, я говорю, немного, все это пока еще не загазовано. Вот отсюда тоже поднимаешься вот в сторону Бамбис Риги и в сторону вот этих баров, ресторанов на Шардена. И здесь тоже вот ресторан. Здесь что здесь, вот интересно, что здесь? Здесь парковка или здесь тоже какой-то ресторан? Здесь непонятно что. А, это и какая-то техническое какое-то помещение. А здесь есть очень хороший ресторан Stella Artois, где прекрасное пиво для любителей пива. И очень вкусное мясное меню. Ну, во всяком случае, так было. Не знаю я, как сейчас. Во всяком случае, так было в свое время. Вот так, дорогие друзья. Всем хорошего дня. Мира, удачи и радости. Вот посмотрим на такую красивую картинку Тбилиси.